Бруклин Продакшн представляет. Приветствую вас на канале «Опасная бритва Бруклин Продакшн». Сегодня у нас будет видео о проделанной работе, о заточке. Значит, прибыла вот такая вот замечательная бритва немецкая от Сергея из Теннесси на заточку. Все мы знаем эту фирму. 49-й Herder Zollinger Germany. Значит, бритва красивая, большущая, огромная. Бритва прибыла в таком состоянии, в очень хорошем, скажем, не в отличном, а в очень хорошем состоянии. И, в принципе, этой бритвой никто не пользовался. Она с хранения где-то очень много лет хранилась. А небольшие потемнения, такая патина была с этой стороны, там, где железо не обрабатывалось. И с этой стороны тоже имелось небольшое. Я немножечко почистил буквально, но большая глубокая патина все-таки осталась. Это не столь важно. Значит, бритва чем мне понравилась? Мне понравилось, как она заточилась. Само состояние клинка отличнейшее было. И на вид она вроде ничего. Единственным недостатком была не очень ровная ручка. А повело. Это, скорее всего, рог, как мне кажется, да. И немного повело ручку, и тем самым бритва закрывается очень ровная, но немножечко подпружинивает в связи с тем, что ручку уже повело. Ну, в принципе, как бы особо это не играет роль, но Сергею надо обратить на это внимание очень внимательно, потому что все-таки уже небольшой недостаток имеется. Значит, сейчас посмотрим, как она будет на резе волоса. Так, сейчас возьмем волос. Вот такой вот волос возьмем. Так, так будет видно где-то, да? Раз, отлетает. Раз, и стружечку снимает красиво. Оп, еще одну стружечку снял, но перерезал. Оп, еще раз снимает и режет. Вот, только дотрагивайся, стружечку снимает. Очень хорошая бритва, хорошо заточилась. Странная история с этими клинками. А несколько лет назад появились эти клинки на интернете. Вот в таком вот хорошем состоянии. Непонятно откуда и что. С хранения, не с хранения. Вот видите, как раз. Очень хорошо, красиво стружечку снимает. Оп, дотрагивайся. Бритва проточилась замечательно по всей режущей кромке, так что бритье должно быть очень комфортное, красивое. И главное, инструмент готов к работе. Так, ну, как мы видим, без лишних эмоций, бритва делает свое дело. Очень было приятно работать, практически идеальная ровная бритва, с чему очень порадовался, всегда радуюсь таким бритвам. Особенно и хозяевам, очень приличный, достойный инструмент. Вот так вот поближе. Красавица. Красавица. Может быть, возможно, в будущем придется поменять ручку. Потому что, вот, как для меня, вот такое небольшое подпружинивание. Хотел еще подбить пины. Но всегда, когда уже кривизна ручки идет, очень, так вот скажем, с большой осторожностью подбиваю пины. Потому что пины могут быть и хорошо подбиться, и ручка может треснуть. Поэтому очень даже не трогал, не пытался трогать. Но, в принципе, бритва отличнейшая. Так, небольшое замечание для Сергея. Значит, когда, Сергей, вы получите эту бритву, она будет специально покрыта раствором баллистола. Это такой раствор для хранения, для того, чтобы бритва не ржавела, потому что сейчас очень такая непонятная погода, дождь, снег, град и все остальное. И нужно будет просто в теплой водичке с мылом промыть ее, аккуратно вытереть и 5-6 раз пройтись на стропе. То есть, не знаю... Значит, хочу обратить внимание на прохождение по стропе. То есть, вот у меня есть вот такой вот ремешок, чтобы помещался в кадр. Такая досточка с кожей. То есть, без эмоций, без давления, без каких-либо любящих моментов в бритве. Вот сейчас я очень неудачно взял. Ну, вам будет хорошо видно. То есть, кладем бритву, вот так проходим, переворачиваем и проходим в обратную сторону. Без давления. Придерживая бритву, чтобы она проходилась по всей режущей кромке, по всей плоскости. 5-6 раз. Не надо делать 36-46 и думать, что бритва будет еще острее, еще лучше, ничего подобного. При неправильных движениях
завальцовывается режущая кромка, и тем самым бритва через 2-3-4-5 недель, она приводится, вы говорите, что она уже начинает тупить. Очень много обращаются ко мне с этим вопросом, почему бритва раньше месяц назад брила, а сейчас вот перестала брить. Я говорю, во-первых, надо обратиться к тем, кто ее затачивал, а во-вторых, что обратите внимание на то, что как вы ее правили на ремне. От большой любви к правке вы сами себе убиваете режущую кромку. И бритву нужно будет как минимум прогнать еще раз на финишном камне, а как максимум ее нужно перетащить будет заново. Вот таким вот движением, ненавязчивым, спокойным, сначала бритву расконсервируем от баллистола, вытираем все, просушиваем, прогоняем на ремне и спокойно бреемся, пользуемся и радуемся бритью без особых прорывов, если это у вас первый раз. Так что вот такое сегодня было бритве, видео о бритве, которое для Сергея из Теннесси. До новых встреч, увидимся на канале. Пока! Спасибо за просмотр!